Сегодня героиней нашей очередной рубрики «Луков за Вык» стала Дарья Кубовская. Даша, привет. Привет, Даша. Большое спасибо, что ты принимаешь участие в нашей рубрике. Так как мы все, что мы делаем, связано с интернетом, я не могу не спросить тебя, как часто ты совершаешь покупки через интернет, как ты к этому относишься и совершаешь ли ты их вообще? Я абсолютный адепт интернет-шоппинга, 70% всего, что я покупаю, покупаю через интернет. В магазины я не хожу практически вообще никогда и ни в какие, поэтому я всеми руками и ногами за. Были ли случаи, когда ты ошибалась с размером, с моделью, оставалась разочарованная? Ну, потому что все-таки как бы интернет, да, ты не можешь пощупать вещь, ты не можешь ее примерить. То есть нужно настолько хорошо знать свою фигуру, наверное, чтобы не ошибиться. Знаешь, ну, конечно, бывают какие-то проколы, но, честно говоря, бывают они крайне редко, наверное, может быть, 5% всего, что я купила, мне не подошло. Во-первых, я не покупаю то, в чем я не уверена. А, во-вторых, нужно просто внимательно всегда относиться к вещи, которые ты покупаешь, изучать ее описание, потому что, на самом деле, на каждом сайте есть описание ее состава, как она сидит и так далее. Карточка товара, более детальное описание. Да, конечно. И если ты не просто кликаешь картинку, а ее увеличиваешь, читаешь, понимаешь, соответственно, ее материал, ты ее себе визуализируешь, ну, не знаю, мне как-то понятно. Ну да, плюс, когда есть более детальное описание, тогда, конечно, да, плюс я никогда не покупаю те вещи, в которых я не уверена. Покупаю только то, в чем я уверена на 100%. Скажи мне, а что это больше? Аксессуары, это обувь, это элемент какой-то одежды, или это все вместе? Все вместе. Независимо. Все вместе. Мы сейчас очень активное внимание уделяем винтажному направлению. У нас на сайте продается винтажный, мы сами его ездим, мы его выбираем. Каково твое отношение к винтажным вещам? Некоторые люди брезгливо к этому относятся. Знаешь, я отношусь к этому не то чтобы брезгливо, но я считаю, что у каждой вещи есть своя аура, есть своя энергетика. Я винтажные вещи не ношу, но у меня они есть. Как просто какие-то красивые платья, на которые я любуюсь, или какие-то мамины, оставшиеся у меня в наследство вещи. То есть как какой-то элемент искусства я их приобретаю. Но сама не ношу. Но сама не ношу, потому что я считаю, что любая вещь, она несет энергетику того человека, который носил ее до этого. И некомфортно. Да, нет, нет. Мы традиционно всем героиням задаем один и тот же вопрос. Что никогда не оденет Дарья Кубовская? Только то, в чем я буду чувствовать себя некомфортно. А что это может быть? Это может быть все, что угодно, это зависит от настроения. Потому что одеваюсь я реально за 5 минут, это не хвастовство. И одеваюсь я по принципу, как я себя в эту секунду чувствую, ощущаю, какая на улице погода, какое время суток. То есть я никогда не планирую свой образ, допустим, с вечера. Поэтому я не одену только то, что в данную секунду мне некомфортно. А может это быть все что угодно. Ты же знаешь, девочки, они такие. Да. Скажи мне, дождливая погода или солнечный день? Это все формирует то, как ты одеваешься, да, настроение? Да, для меня вообще погода это очень много значит, и, конечно, это находит отражение и в моем внешнем виде каждый день. Я тебя активно наблюдаю на Инстаграме, и создается ощущение, что ты достаточно активно уделяешь внимание тому, как ты выглядишь, своему внешнему виду, и складывается ощущение, ну, лично у меня, что ты заранее очень так основательно продумываешь все свои луки. Нет, на самом деле, честно, нет, я этого никогда не делаю. Более того, когда я пытаюсь что-то продумать, заканчивается все тем, что я просто переодеваюсь, снимаю все и одеваю секунды, реально первое, что хватается под руку. У меня так не получается. Я завидую, на самом деле, тем, кто может придумать какой-то себе образ на какое-то мероприятие. Я даже на, не знаю, на свой день рождения никогда не могу купить одно платье и в нем выйти. Я последнюю секунду покупаю там какое-то, переодевающее и иду в другое. Сегодня очень многие девушки прибегают к услугам персональных стилистов или шоперов, людей, которые так или иначе помогают совершать покупки или формируют, или помогают сформировать, или помогают изменить собственный стиль. Есть ли у тебя такая потребность? Возникали ли когда-то такие идеи? Сегодня даже создаются агентства, например, такие как Fashion IQ, куда входит несколько достаточно очень талантливых, на мой взгляд, и профессиональных стилистов, которые берут на абонентское обслуживание своих клиентов, ездят с ними не только в Москве, но и за границу покупать вещи и, так скажем, формируют на вкус человека, на его стиль.
Ну, мне кажется, что вкус — это дело врожденное, другое дело, что его можно развивать или не развивать. Я считаю, что если у человека нет вкуса, он в этом не виноват, просто каждый человек рождается с определенным набором качеств, то, безусловно, стоит пользоваться услугами стилиста для того, чтобы, ну, как-то не выглядеть смешно, для того, чтобы, может быть, со временем возникло понимание каких-то комбинаций того, что тебе идет, что не идет. Я этим не пользовалась, пользоваться не хочу, потому что, как ты видела сегодня, я все делаю сама, руковожу визажистами, парикмахерами, сама себя докрашиваю и причесываю. Плюс, чтобы получить какой-то внутренний комфорт. Да, чтобы получить внутренний комфорт и внутреннее удовлетворение от своего. Чтобы самой себе нравится. Конечно, потому что ни один человек не может меня прочувствовать так, как чувствую себя я. Это просто невозможно. А как ты считаешь, мы, женщины, одеваемся для себя? Я всегда задаю этот вопрос, потому что мне интересно, для мужчин или все-таки для женщин? Не могу сказать за всех женщин. Я одеваюсь для себя. Может быть, кто-то одевается для мужчины, может быть, кто-то одевается для женщины. Это, наверное, зависит от характера человека. Это все, я думаю, индивидуально. Я знаю, что завтра вы собираетесь ехать в путешествие. Ты уже собрала свой чемодан? Нет. Нет? Я все делаю в последнюю секунду. Ты много вещей с собой берешь в путешествие? Да, у меня каждый раз как в эмиграции. Я никогда не могу определиться, что мне надо. Я предпочитаю взять все, а там разберешь. А чего больше всего у тебя? Обуви, сумок, верхняя одежда, бижутерия? Что ты любишь больше всего? Из категории, скажем. Ну, на первом месте у меня сумки. Это святое, это мне просто хлеба не кормит, дай купить новую сумку. На втором месте верхняя одежда, это пальто и куртки. И дальше уже идет все остальное.